Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! С вами Евгений Шувалов. И сегодня я хотел бы вам показать первую партию, проходящую в данный момент матча по быстрым шахматам между болгарским гроссмейстером, экс-чемпионом мира Веселином Топаловым. Вот он на ваших экранах, Веселин Топалов. Очень сильный творческий игрок. И, в принципе, сегодня мы увидим, насколько это, да, такой игрок явно атакующего плана. И не менее творческим игроком, испанским гроссмейстером Франсиско Вальехо. Посмотрите на него. Вальехо тоже очень изобретательный, довольно сильный гроссмейстер. Но по классу он, конечно, чуть уступает Топалову. Но в быстрые шахматы возможно все. И сегодня мы это с вами, у нас будет возможность с вами убедиться. Итак, первая партия матча. Топалов играет белыми и начинает партию ходом королевской пешки Е2, Е4. Вальехо отвечает своей излюбленной французской защитой. Е7, Е6, Д4, Д5, конь c3. Наиболее принципиальное возражение. Конь f6. Топалов играет крайне агрессивно. Слон g5. Как видите, конь связан. Тем самым создается угроза движения e5, e4, e5 с выигрышем коня. Однако Вальехо здесь играет наиболее принципиальный и острый вариант. Слон b4. Так называемый вариант Маккетчена. Черные игнорируют угрозу белых e5. И на e5 играют h6. Как видите, конь не выигрывается здесь. В случае слон h4 здесь последует g5. С вполне благоприятной статистикой для черных. Но тут играют вот такие вот партии. Слон g3, конь e4. Здесь статистика для черных вполне благоприятна. В случае немедленного взятия на f6, ясно дело, следует взятие на g5. И после fg, ладья g8, также черные не испытывают особых проблем. Ну, в общем, здесь, конечно, сыграно множество партий, но довольно такая... В общем, нормальную игру здесь получают черные. Основным ходом в этой позиции является спокойное отступление слон d2, после которого черные бьют слоном на c3, и после bc ходит на нем в центр на e4. Но минусом этого продолжения является то, что вот этот вот слон, он постоянно находится под прицелом черного коня. Веселин же явно хотел сохранить два слона в этой партии, преимущество двух слонов, и поэтому он сыграл довольно редкое продолжение слон c1. Идея хода в том, что после конь e4, естественного хода, слон не попадает под черного коня. Далее последовало ферзь g4, нападая на пешку g7. В общем-то, в случае взятия конем на c3 в этом варианте, последовало бы ферзь g7 и на ладье f8 просто слон d2 с подавляющим перевесом белых. В этом идее хода ферзь g4. Поэтому черные вынуждены защищать эту пешку. Но защищают ее по-разному. Король f8 есть ход. Просто подводя короля к защите. В некоторых партиях был сыгран такой довольно залихватский ход g7, g5. Однако Вальехо играет g6. Это является основным ходом. g6, конь e2. Белые укрепляют коня c3. Ну вот. В этой позиции основной идеей черных, как и во всей французской защите, является подрыв c7, c5. Подрыв белого центра. И, собственно,
Чаще всего именно так здесь и играли, то есть c5, наиболее распространенный ход для черных. И далее игра развивалась таким вот образом. А3, слон а5, b4, очень мощный удар по центру. И далее после комби c3, d e. Ну тут сразу надо оговориться, что в случае взятия на b4, принятия жертвы пешки, следует конь b5 ход. И не страшно ба. Не страшно ба и c3. С последующим вторжением коня на d6. Слон берет на a3. Стреляет по большой диагонали. В общем-то, довольно неприятная позиция у черных. У них слабы поля d6 и f6. Король чувствует себя неуютно. В общем-то, так черным играть не стоит. Поэтому обычно бьют черный в центр. Ну, получается примерно то же самое. Конь b5, ферзь c7. И вот так вот игра дальше двигаться вот в таком вот направлении. Но в партии оба соперника старались избирать не довольно редкие продолжения. И Франциско сразу побил на c3 конем. Получил ход bc, темповое возражение. И здесь последовала новинка, слон a5. В партии предшественники Найер Глек, игранный достаточно давно, в 2003 году. Игорь Глег, гроссмейстер, сыграл слон e7, самый естественный ход. И далее после конь f4, c5, слон b5, конь c6, a4, испытывал некоторые проблемы. Так вот развивалась партия. И Найер, в общем-то, получил некоторый перевес в этой позиции. В дальнейшем партия закончилась ничью. Но в нашей партии Франциско, как и довольно творческий игрок, он отводит слона на a5, тем самым продолжает давить на пункт c3. Белый конь связан с защитой этого пункта, но уступает диагональ a3 f8, куда немедленно устремляется белый слон. Вот он пробивает всю диагональ, препятствует рокировке. Но в принципе рокировка в этом варианте для черных, она довольно опасна сама по себе в короткую сторону. Но вкупе с этим у них же еще также слабо поле f6, поле h5, то есть возможно накат пешки h4. Это довольно все неприятно для черных. И в связи с этим Вальехо играет конь d7. Он одновременно, ход многоплановый, одновременно он готовит продвижение c7, c5, прикрывает пункт f6. И при случае, ну, в принципе, как в партии, конь может пойти по маршруту b6, c4. Такой довольно перспективный маршрут для этого коня. В партии вы увидите, как это все было. В общем-то, Топалов начинает накатывать на королевском фланге. h4. Конь b6 играет Вальехо. И здесь Топалов, не дожидаясь коня на c4, решил сразу снять давление неприятное на пункт c3. Сыграть слон b4. Слон b4, слон b4, cb. В общем, как вы видите, стандартное для данного варианта продвижение c7, c5. Здесь белыми вроде бы надежно заблокировано. Кажется, что в ближайшем будущем это продвижение вообще не последует. Но, тем не менее, в партии оно случилось. Как это было, мы увидите чуть дальше. Ну, во-первых, Вальехо сразу начинает атаковать выдвинутые пешки королевского фланга. Ферзевого фланга белых. Играет ферзь e7, атакует пешку b4. Пешку нужно защищать. И Топал защищает ее самым простым способом. А2-А3. Ну, я так посмотрел вообще варианты. Интересно было также защита ходом ладья b1. И здесь, если по аналогии, как в партии. В партии был играть, то есть a5. Ба ладья бита 5. То у черных есть
Интересно, у белых есть интересный ресурс жертвы пешки конь c3 и на ладья 3 конь b5. То есть черные забирают пешку a2, но белый выводит слона на d3 и получает некоторую фигурную компенсацию, я бы сказал, такую вот игровую компенсацию за пешку. Конь стоит, в принципе, хорошо, постоянно грозит вторгнуться на d6 в случае движения пешки c. Слон стреляет на королевский фланг, все-таки тут есть зацепки для атаки. В общем-то, белопоня слон черных пассивен, как обычно во французской защите, так что компенсация, в принципе, игровой инициативой владеет белые здесь. Ну вот так вот. Также на ладья b1, кроме хода a5, можно было рассмотреть ход слон d7, такой вот. Не опять, а слон d7, такое спокойное развитие. И далее, например, конь f4, 3-0, слон d3. То есть черные не спешат вскрывать игру на ферзевом фланге, уводит туда короля, здесь чувствует себя вполне в безопасности. И атака белых на позицию короткой рокировки черных, она здесь уже не так сильна, потому что король все-таки сбежал. Тоже был возможный вариант, однако в партии так сыграно не было, не будем отвлекаться сильно. А3 было сыграно в партии. И опять начинает подрывать Вальехо позицию. Б5. Закрывает позицию Топалу. Взять и вскрывать линию А здесь было совсем нехорошо. И конь c4. Вот он, конь попал на заветное поле c4. Ферзь f3 играет Топалов, защищая пешку АТИ таким вот образом. Но вообще, в таких вот позициях обычно эту пешку защищают посредством ладья H3, одновременно подводя ладью к атаке. Но здесь, видимо, Топалов, он еще держал в уме возможность короткой рокировки и не хотел от нее отказываться. Атака, видимо, здесь не так сильна. Все-таки несколько фигур было разменено. Слон еще пассивен, стоит на F1. Поэтому ферзь f3, слон d7. Вальехо развивается и, как бы, между прочим, намекает на то, что вот эти далеко продвинутые пешки белых, они нуждаются в защите. h4 защищает пешку от Топалов. И ферзь b4 следует вторжение ферзя очень сильно. Король белых явно чувствует себя уже не так хорошо, как в начале партии. Все-таки белые как-то так получилось, что запаздывают развитием. Черные уже готовы делать рокировку как в длинную, так и короткую сторону. Фигуры все играют. И на конь c3 был сыгран конь a3. Очень сильный ход. Но остается угроза пешки c2. В общем, такую позицию в быстрой шахматы держать довольно непросто. Топалов сыграл ферзь d3. Я так немножко поанализировал. Тут был забавный ход 3-0. Такой, ну конечно, для человека сделать такой ход под атаку, вот длинная рокировка, это практически нереально. Но сразу хочется, если по аналогии спать ладья c8, готовят c7, c5, то следует h5, g5, ладья h3. Такая вот идея. И на c5 белые имеют возражение такое довольно интересное. Тактика развивается. Конь e4, конь идет под бой, ну... Ход обосновывается тем, что ферзь атакует коня а3. Ферзь b1 шах, король d2, ферзь bc2, король e1, d e, ферзь bt3, cd. Вот такая вот позиция возникает. Ладья bd4, ферзь c1, ладья d1, размен, ладья c5. Вот вроде бы черный выигрывает пешку. Пешка e5 беззащитна, однако белым удается все-таки наладить контр-игру. Играет ладья e3, после ладья будет e5, ладья c3, занимает линию c, готовит вторжение на пункт c7. В общем-то, это кажется не так просто с черным с этим бороться. Король d8 препятствует этому вторжению, b6 следует. Все-таки король стоит под связками, очень вот это вот давление двух ладей по открытым линиям довольно неприятно. Тут еще готов слон подключиться. Поэтому черные вынуждены
перекрывать линию d, играть ладья d5. Но здесь все равно следует сдвоение. Белые ни в коем случае не меняются, сдваиваются по линии c. И все-таки вторгаются на пункт c7. Но на ладья b8 следует слон b5. Связка уже следует по седьмому ряду. Допустим, f5, король e2. И тут в этой позиции у белых есть некоторая компенсация за две пешки. Хотя довольно активно расположены все фигуры. В общем-то, вот так могла развиваться борьба в этом варианте. Но, в общем-то, глаза разбегаются после длинной рокировки, как играет за черных. Разбегаются глаза. Например, вместо ладья c8 сложить внимание после c6 и на h5 gh вообще спокойно. Например, ладья h3, cb, ферзь f6, ладья g8. Такой вот вариант. Слон e2, ba, слон h5, ферзь e7. Как-то вот так вот может развиваться игра. И после такого вот размена здесь у черных явный перевес. За счет, во-первых, двух лишних пешек, во-вторых, крайне сильный проходной по линии А. Это очень сильная пешка. Здесь черные должны победить в этой позиции. Поэтому, ну, вряд ли Топалов считал, всерьез считал длинную рокировку за доской. В принципе, сильные шахматисты такие ходы не делают. А он сыграл ферзь d3. Просто подтянул ферзя к защите, защитил пешку c2. И ладья c8. Ладья готовит стандартное подвижение c7, c5 для данной структуры. После этого особенно сильно подвисен конь c3. Здесь Топалов ощутил всю тяжесть своей позиции и решил быстро дать дёру в короткую сторону. Слон e2, c5, 2-0. Король спрятался в домик, сделал короткую рокировку. И на cd Топалов ответил темповым комби d5. Комби d5, ed, ладья бета 3. Такая вот позиция. Однако слон, пассивно стоящий слон на d7 здесь выходит на f5. Все-таки ход g7, g6 пригодился в этом отношении. С темпом выходит на f5. И после ферзь g3 ладья бьет на c2. В общем-то, очень активная позиция. Кажется, что у белых вообще нет шансов. Черные полностью консолидировались, фигура активная, у черных лишняя пешка. Однако здесь начало появляться мастерство Топалова именно как атакующего шахматиста, очень хорошо чувствующего динамику игры. Вот проследите, как вот из этой позиции вот он очень умело создал контр-игру. Ладья b3 играет Топалов, нападает на ферзя. Вальех отвечает самым принципиальным, ферзь b4, у него уже две лишние пешки. И слон d1. Слон d1, прослеживается рентген. А с черным ферзем, вот так вот слон пробивает с черного ферзя. В вариантах это все сказывается, конечно же. Ладья c1. И здесь вот очень сильный ход e5, e6. Топалов отдает пешку, но тем самым открывает все черные поля. Ферзь готов куда-то сюда вот вторгнуться. Король чувствует себя уже не так безопасно. То есть позиция вскрывается. Ну, в частности, это видно из варианта слон бьет e6. На что последовало бы ладья b1. Вот темповое продолжение, о чем я говорил, нападая на черного ферзя. И на ферзь c4. Ладья b1, ферзь b1. Слон g4. Еще одно темповое продолжение. На этот раз ферзь попадает под нападение ладьи. И после ферзь c8 слон бьет e6. Бить ферзем на e6 нельзя. И же шаха на b8. И теряется ладья на h8. Поэтому приходится бить пешкой. Тем самым отдавая пешку g6. Король выходит в центр.
Белые отыгрывают почти весь материал, и в общем-то видно, что здесь у них полная компенсация, даже уже теперь скорее черным нужно проявлять немалую осторожность, чтобы удержать эту позицию, все-таки король у них очень слаб, у белых еще достаточно фигур для атаки. В общем-то, поэтому взятие на e6 слоном было явно плохо. Вальехо отреагировал сильнейшим образом. Сделал просто рокировку. Вообще проигнорировал этот ход. e6 сделал рокировку. И на взятие на f7 побил ладьей. В общем-то, кажется, что ничего страшного. Здесь до черных не произошло. Все фигуры все еще активны. Пункт g6 защищен слоном. Но, тем не менее, Топалов продолжает нагнетать давление. h4, h5. И здесь рука Вальехо дрогнула. Ну, вроде бы g5 ход естественный. Пешка на g5 кажется неприступной. Крепостью король безопасности. Однако этот ход ослабляет очень пешку h6. И в дальнейшем Топалов этим искусно пользуется. Все-таки ему удается добраться до этой пешки и осложнить черным жизнь. Вообще наиболее технично вместо хода g5 был ход ферзь c4, вводя ферзя от противостояния со слоном d1. Ну, в случае hg ладья e7, эта пешка, она сама, своим телом прикрывает черного короля от воздействия белого ферзя. Король здесь чувствует себя вполне надежно. А все черные фигуры очень активны. И, в общем-то, позиции белых можно оценить как проигранные. Интересен вариант здесь ладья f3. Такой мог возникнуть вариант, если на подкрутку играть белыми. И далее ладья e7, ферзь b8, король h7. Вот я смотрел такой вариант. И здесь я смотрел вообще такое стыковое продолжение g4 острое. На что, кстати, очень обоим сторонам следует играть крайне аккуратно и очень изобретательно. Вот единственный здесь ход, позволяющий побороться черными за перевес, это ферзь c8 ход. И после ферзь d6, в общем-то, фигура черных начинает подвисать. Висит тут и слон на f5, и ладья на e7, и на g6 трещит. Кажется, что очень тяжело черным. Но, тем не менее, точными ходами, вот ладья e6, ферзь b5, слон e4, им удается удержать позицию, не просто удержать, а побороться за перевес, как-то вот так вот, если играть. Ферзь bd4, ладья c4, ладья c4, и здесь вот белые имеют возможность очень эффектно жертву ферзя провести, нестандартную тоже. Ферзь bd4, ферзь bd4 и слон bd3. В общем-то, позиция крайне нестандартная. В случае ферзь c8, защищая ладью, белые играют ладья f6, и тут уже скорее они борются за перевес, а не черные. В частности, на король g7 следует взятие чем-нибудь на e6, и, скажем, на ферзь c3. Ладья f7, в общем, какая-то такая игра. Но, в принципе, здесь шансы сторон, наверное, равны все-таки, но очень нестандартная игра. Так что черным есть смысл немедленно вернуть ферзя обратно, сыграть слон bf1, король bf1, слон bf3 и перейти вот в такой вот эндшпиль. И в этом эндшпиле решающую роль начинает играть отдаленная проходная А. Вот, например, если продолжить вариант, то вот так как-то может развиваться игра. А4, А3. То есть пешка А отвлекает силы белых, и за счет отдаленной проходной уже H черные должны выиграть. То есть король встает на F4, перекрывает действие слона на F3, и далее пешка проходит в ферзи. Вот так вот черные здесь выигрывают. Ну, варианты эти все практически неподъемны для быстрых шахмат. Здесь все очень подвисает. Поэтому Вальехо сделал простой человеческий ход. Он захотел получить надежную структуру, сыграл g5.
чтобы ничего не подвисало. И здесь очень тонкими маневрами Топалов получает контр-игру. Здесь уже после ладья b1 очень сильного хода шансы сторон уже становятся равными. Ферзь c4 следует. Ладья bc1, ферзь bc1. И здесь Топалов сыграл слон b3. В принципе, ход не самый сильный, наверное, просто простое равенство давал ход слон f3. И дальше, если как в партии ферзь c5, ферзь e5, то у черных уже нет хода слон e4. Нет такого хода. Ну, по простой причине, что связана пешка. Поэтому приходится играть как-то так вот. Ферзь e7, ферзь bd4, слон e4. И, в общем-то, вот здесь уже начинает сказываться слабость вот этой пешки h6, о которой я говорил. Ферзь атакует эту пешку, атакует на a5. И, в общем-то, здесь позиция равна. Все-таки король черных очень раскрыт. Ну, или, скажем, не ферзь c5, а если, например, ферзь c8 сыграть, то тоже ферзь e5, и также белые отыгрывают одну из пешек в центре, и за счет слабости оставшихся пешек они получают достаточно для уравнения контр-игру. Но Топалов сыграл слон b3, поистился вот этим вот противостоянием слона с королем, вот такой вот рентгеном вот этим вот. Чем дал Вальехо дополнительные шансы побороться за перевес ходом ферзь c5. Ферзь c5 и на ферзь e5 слон e4. Слон защищает пешку d5 таким вот образом и на f3 вроде бы сгоняет его слона и забирая на d5 следует довольно неприятный шаг d3. Вот он сказывается. Положение ферзя на c5, d3 и шах. Король h2. Король h2. В общем-то здесь, конечно, Вальехо стоило остановиться, подумать немножко. Оценить то, что слон на e4 не висит. Все-таки рентген теперь по линии f. Ладья пробивает. И постараться найти лучший ход. Ну, очень непросто, конечно, найти лучший ход. Вот, например, на ферзь b5 следует ладья c1. И, собственно, ничем хорошим это не заканчивается. Вот такая какая-то получается ничья. Да, вот очень такая нестандартная, конечно. Поэтому найти ход не так просто, на самом деле. Позиция сложная, намного сложнее, чем кажется. Вальехо сыграл d2, d3. И, как выяснилось, этим ходом упустил перевес. d3. Ладья d1 было сыграно. Вообще, кроме места хода d3, сразу покажу я свой анализ. Потом там будет много еще ничего интересного в партии. Вместо d2 хода, в смысле. Черные могли сыграть очень тонко. Вот. Чувствуется вот неприятное это противостояние слона с королем. И черные могли сделать тонкий профилактический ход король h7. Я так посмотрел и подумал, что этот ход сильнейший. Король h7. Король уходит от этого противостояния. И тут уже у белых выбор. Белым не просто сделать ход. Как ни странно, слон пока не висит. В случае какого-нибудь такого нейтрального хода, типа ладья e1, с идеей развязаться по линии f и возобновить угрозу взятия слона на e4. Но здесь возможно, как в партии, конечно, слон bf3 с идеей на gf вторгнуться ферзем на f2 и в красивом стиле победить. Но на этот ход следует неожиданное возвращение ладья f1. Вот, ну, в общем-то, в этом заключается идея. То есть теперь связка по линии f работает в другую сторону. Ладья стоит на f1. И в случае с слон бьет h5, вот вроде бы все защищает, забирая еще одну пешку, 4 лишние пешки, его черного страшно представить, следует
взятие на d5 очень сильный ресурс. Именно взятие на d5. В общем-то, тактическое обоснование хода заключается в том, что после взятия ладьи на f1 следует страшный шах слон e4, и черные остаются без ферзя.